Джерри, если слышишь меня, сожми руку. Все, что я умею, это быть писателем. Нет ничего более важного, чем сюжет. Согласны, мистер Селлинджер? Всю свою удивительно скучную жизнь я был уверен, что вымысел достовернее реальности. Я пишу рассказы. А вы уже публиковались? Ты не первый умник, которого я учу. Не выношу этих фальшивых лицемеров. И что мне делать теперь? Ты писатель, как думаешь, что тебе делать? Написать еще рассказ? А потом еще один. Когда это писательство стало настоящей профессией? И еще один после этого! Мне кажется, это не для меня. Может, ты прав. Я просто хочу говорить правду. За моего лучшего студента. Прошу, выживи. Герои войны не всегда маршируют на параде. Иногда они вышибают себе мозги. Вам надо писать без простоев. История Холдена Колфилда – это роман. Нет, я не потяну целый роман. Холден Колфилд достоин целой книги. Мы оба знаем, что у романа много проблем. Я не верю твоему Колфилду. Ему обязательно быть сумасшедшим. Они не хотят издавать роман. Я же объявил им войну из-за тебя. Войну? Это, по-твоему, война? Я видел, как моих друзей убивали. Меня тоже должны были убить. Мне вообще не должно быть здесь. Я писал эту книгу, когда штурмовал пляжи Нормандии. Думаю, я выжил только благодаря ей. Холден Колфилд, это ты, да? Представь книгу, которую ты хотел бы прочитать, а потом проживи ее. «Над пропастью во ржи» Джером Де Селлинджер.